Бесплатный, но не для всех. Каток на Горького обзавелся прайсом. Напомню, ледовая площадка у сквера металлургов появилась в этом году впервые. Ее оборудовал предприниматель. Еще до открытия коробки сообщалось, что денег за посещение нового объекта не возьмут. Однако заплатить все же придется. Бизнесмен установил ценник. Первоначально, когда мы встречались изначально, нам было сказано о том, что каток полностью будет бесплатный. То есть вход имеется в виду. Но в процессе работы кое-что изменилось. Вот эта минимальная плата, скажем так, небольшой категории людей, которые туда будут приходить со своими коньками, но она необходима для того, чтобы содержать лед и прилегающую территорию. Руководство района отмечает, что устанавливать цены на услуги предпринимателю никто запретить не может. Бизнес организован законно с соблюдением всех нормативов. Покататься бесплатно на новой площадке смогут дети до 12 лет, а также все те, кто взял здесь полозья на прокат.